Коварный бросок из-под защитника финского форварда магнитки Юха Ламмикко, проход бывшего нападающего авангарда Тейлора Бека, пара бросков 6 метров, отличная игра вратаря авангарда Эмиля Гарипова, ответ ястребов, стремительная атака, момент у Ижи Секача, следом острый пас на пятачок новичка авангарда Клима Костина, игра до гола. Середина второго периода, ястребы лучше разыграли большинство. Серия передач в касание. На 34-й минуте канадский нападающий авангарда Корбен Найт вывел ястреба вперед. 1-0. Мы знали, что Магнитогорск начнет активно с самого начала. Так и получилось. И думаю, что обе команды здорово себя показали. Они давили, мы давили. Стоит отметить феноменальную, просто выдающуюся игру нашего вратаря. И нейтрализацию меньшинства отличную. Поэтому также много положительных моментов. Еще два шанса у авангарда. Выход 1-1 Павла Дедунова. Нарушение. Буллит. Сергей Шумаков не сумел переиграть вратаря магнитки Василия Кошечкина. Битва в третьем периоде матча. Ястребы трижды разыгрывали большинство. Уральцев вновь выручил голкипер. Магнитка отвечала контратаками. На финише матча сталевары сняли вратаря, но не смогли продавить защиту ястребов. Ошиблись на синей линии. Сергей Шумаков перехватил шайбу, поразил пустые ворота. «Авангард» второй раз в этом сезоне обыграл «Магнитку». На сей раз со счетом 2-0. Еще одна важная победа сегодня нами одержана. Это такая общая командная победа. И, конечно же, стоит отметить то, как показал себя Эмиль Гарипов. Плюс мы забросили столь важный гол в большинстве. И просто невероятная нейтрализация меньшинства сегодня была продемонстрирована. В расстановке 3 на 5 мы не только выстояли, но также умудрились заработать буллит. И, в принципе, с самого начала сезона наша спецбригада меньшинства здорово себя показывает. И сегодня также они уверенно действовали. Впереди у «Авангарда» еще два домашних поединка. Во вторник ястребы сразятся с «Йокеритом», в четверг с «Витязем». Владимир Истомин, «Антенна-7».